Охренеть. А, он оружие заполучил свои. Что, я не могу здесь пойти? Talia needs my help. I need to find her now. Как я ее найду? Если я не могу сюда прыгнуть. Или можешь просто залезть? Ух ты. Как все несложно. Strange is launching missile strikes on Arkham City from Wonder Tower. You shut this place down. Joker's taken Talia. I'm going after them. You can't. Hundreds will be killed. I need your help to stop the attack. He'll kill Talia. You need to think this through. Batman can't let all these people die. My tracker is not activating. Reroute all Wayne Tech satellites to boost the signal. I can't do that. I realize it is difficult, Sam. But you need to decide if one life is worth sacrificing to save a thousand. Don't do this, Alfred. Batman must save Gotham. I'm sorry, but deep down, you know I'm right. Нет, я ничего не понимаю, я тупой американец. Okay, the tower's locked down. No way in without the codes. One of the choppers will be carrying the master control program. I just need to find that chopper. Пробиться на обзорную площадку, чтобы снять протокол 10. Что еще сканировать? Что это мне дает сканирование? Программы общего управления нет. Ага. Капец, там сколько трупаков. Ну а где еще вертолеты? Я что-то ни одного не вижу. Где? Здесь, ну вроде бы здесь нету. Да, нету здесь. Тем более уже отсканировано. А этот? Нет. Так, ну что мне надо сделать-то? А, я же еще нахожусь в зоне фриза. Но, блин, как это ее здесь? Как его, как ее здесь найти? Еще, а мне же нужно еще к Бэйну сходить, точно. Я же все титаны взорвал. Так. Ну, я не вижу просто еще вертолетов. Так вот. Это я сканировал уже. Вне досягаемости. Летим на Луну. Так, а ты? Уже отсканирован. Вне зоны досягаемости. А сейчас? Вне досягаемости. Где он? Я его потерял. А, вот он. Еще и два. Два штука. Сколько вешать вертолетов в граммах вам, пожалуйста, скажите. Так, здесь нету. Тоже нету. Так, раз, два. Ага, вон он. Ну куда он улетел? Ну куда? Ну стой, милашка. Буль-буль-буль-буль, не-не-не-не. Ух ты, я успел. Вот он, я преследую. Мы преследуем вертолет. Он пытается свернуть.
Он не пытается свернуть. Он пытается просто лететь, но я... Ну, какой-то дебил его преследует. Итак, дебил преследует вертолет и нашел вертолет. Как нету его? То есть это, получается, не отсканированные вертолеты, да? Ладно, давайте сбегаем к Бэйну пока что. Вот здесь вот, милашка. Нору Фриз потом найду, если время будет. Лети! Зато везде трупаки, можно хорошо бегать, удобно. Только не буль-буль, только не буль-буль! Не буль-буль! Так тоже все идет. Быстрее двигай задницей. Время на исходе. Там же сейчас убьют того, третьего, десятого, еще сотни тысяч людей, на которых мне абсолютно наплевать. Черт, черт. У меня тут провод скользнул с этим, который идет к наушнику. Что ты скажешь мне, Бэйн? I've destroyed the containers, Bane. Good. А еще я не брился целых 12 дней. Help me, Batman. О, мы будем вдвоем с Бэйном драться, круто. Да всегда пожалуйста. Побить мужика морду, я всегда... Я-то просто такой странный человек. Их столько много всего, я правда не успеваю это. Сосредоточиться на одном. Как уже сразу у меня начинает бить еще двое. Ну, Бэтмен, я же нажимал треугольничек. Ты за что меня бил, козел ты? Сволочь тупая, стероидная говнюк. Ну, кого он пинает, вот скажите мне. Вот почему он этих сейчас не хотел пинать. Смотрите, он не хочет их пинать. Кто еще есть? Не живой. Че, последний? И как-то мало было для двух супергероев, я бы сказал, для особенно для плохого и доброго. I take it you've done the same. In a manner of speaking, yes. Я их скушал. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Titan is too powerful to be used against me. I needed it all for myself. Now, do me a favor. Бла-бла-бла. Пока. I knew I couldn't trust you, Bane. So I used you instead. What? Simple. You rounded up the remaining Titan. Now, I can destroy it. Би-би-би, я тебя обманул. Би-би-би. Би-би-би. Би-би-бешечка. Может, договоримся с тобой? Почему? Ну ладно. Ну ладно, я уйду от тебя. Прощай, дорогой. А как мне пробраться к этому... К этому знаку вопроса? Тут есть... нет никакой решетки, нету. Я, наверное, сейчас три поднамажу этим взрывчатым веществом, а он вылезет из клетки, придется с ним драться. Это просто предположение. Нет. Я слишком тупой, чтобы остановиться. Я не понимаю, что сейчас все взорвется. Не умоляй! Умоляй меня, да! Он серьезно думал, что Бэтмен снова с ним не справится, хотя справлялся до этого 10 тысяч раз. Какой наивный Бэйн. Еще наивнее Бэтмена. Это все? Серьезно, я думал, хоть драться надо будет с ним. Сломанные игрушки. I warned you, Bane. Free me. No. You'll get out. Eventually. I'm too busy to keep fighting you. No! Смотрите, Бэтмен проявляет разум. Я думал, что он совсем тупой, но нет, оказывается, в нем есть еще пара, немножко мозгов. Хотел сказать, пара мозгов.
Как мне... А, понял. Чё-то я туплю. Бэткогач есть. Ха. Я просто думал, что здесь стоит машина Энигмы. Ага, вот наконец-то задание доступно. Все понятно. Вообще капец. Because it is time for a reward. And what's more rewarding than a hurdle? Ну, я бы не отказался, например, от, от вкусного ужина, который не ел уже дофига. Да опера, я уже нашел, все, спасибо. I think it's time to introduce a little... А, вот загадка же есть. Так, еще раз машина Энигмы, давайте. Чем мнение больше, тем меньше ты... Темнота! А, типа это время блокировки? А, ну темнота, я просто не увидел, что здесь загадка. Увидел оперу слово. Да, затупил, знаю. Amazing! You actually solved my riddle. I suppose a reward is due. I'm running a little game. Ужин, чизбургер. Нет, я хотел чизбургер. Давайте. Сначала заложник освободим, потом будем искать чертов вертолет. Ты так давно бегал за этой. Зачем мне решать еще одну загадку Энигмы? Что-то я не понял. Или подождите. У меня их несколько можно решить или что? Что-то я где, где машина Энигмы-то? I don't understand. Please help me. Наверное, у него в профиле? Да, нету ничего. Видимо, она как-то рандомно появляется. Я не знаю. Тихо, тихо. Я нашел еще один вопросик. А я его еще не забрал? Ну, этот несложно. Будет забрать. Если бы я нажал ту самую кнопку, которая мне нужна. Вот так вот. Не, я вовремя успел закрыть. Ну же, я попал же. Ура. Не, дорогуша, нет. Не сегодня. What the fuck? Вот он. Так.